Мы сегодня присутствовали уже на открытии двух участков, были в их окружной избирательной комиссии, и наша делегация от российско-белорусского парламента отмечает, что начало выбора организовано хорошо, на наш взгляд, в полном соответствии с законодательством Азербайджана. И сегодня мы пока не видим никаких нарушений, надеемся, что так будет и весь день голосования. Наблюдатели все на месте, члены участковых избирательных комиссий на месте. Самое главное, что все вовремя открыто, и все избирательные комиссии готовы принять вот то волеизлияние народа, которое он и выскажет. Ну а в остальном мы надеемся, что нарушение ни законодательства Азербайджана, ни нарушений каких-либо прав избирателей, конечно же, не будет. Вопросов никаких нет. Хотелось бы отметить, что мы вот уже третий день, нас хорошо встретили, все организовано, спокойно, нет лишней суеты. Увидели типовое здание окружной комиссии, работников, которые там, то есть это профессионально, идут выборы, все. Да, нормально. В Азербайджане традиционно созданы отличные условия для проведения выборов, для волеизъявления азербайджанского народа. Все идет хорошо, и традиционно здесь никогда и раньше не было никаких проблем с выборами. И сейчас тоже каждый гражданин может спокойно прийти и отдать свой голос за кого хочет. Так что остается пожелать только удачи.